Добрый вечер, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас в Центре культуры Томского государственного университета. Сегодня особенный день для нас, всех африканских народов, потому что ровно 60 лет назад 30 африканских лидеров подписали указ об образовании Организации Африканского Единства. Также этот день называют Днем Африканской Свободы. И этот день важен не только для нас, но и для всего общества, потому что Международный день Африки символизирует стремление африканских стран к единству, самостоятельному развитию, миру и процветанию по всем африканском континенте. Действительно важное и достойное событие, поэтому нужно его отпраздновать с размахом. И сегодня вас ждет интересная и супер зажигательная программа от студентов томских вузов и наших гостей, а также сегодня мы выберем Мисс Африка 2023 города Томска. Для открытия праздничного концерта на сцену приглашается начальник управления международных связей Томского государственного университета Рыбушкина Светлана Владимировна.